Кто хил, я забыл. Козырь, да, хил, по-моему. 4 хила хватит? Или холли-холли-палм нужен, по-моему. Так, Димон, иди на паладина, слышишь? Тебе на ханта нужна чего? Что происходит? Почему вы все молчите? Тебя слушаю. Блин, Димон, ответь. Ты ему дал. Я не буду тащить ни Селену, ни Кральку в этом рейде, на этом щу. Понял тебя. Так. Это самый вайпер. Поверните, танк. Есть ли какой-то холипал из паладинов? Давай, Трисси, спекайся в холипала. Хорош рейд. Так, ты сюда. Джет, спекайся в протопаладина. Теперь для тебя сначала специально ралли я скажу, когда Дюпутка уже заметил, что ты зашел, когда оставалась одна секунда до потери, типа, сошел с ума, ты заходишь, выходишь, вот поэтому тебя выкидывает, и ты сошел с ума. Хорошо, а тогда ответь на такой вопрос. Если мне дан левый портал второй по счету, я почему захожу самый последний, и он единственный остается? Вопрос, кто зашел в мой портал? Я бегу как долбоеб через всю эту херню. Это вопрос на миллион, я считаю. Поэтому... Я стою, жду свой портал, в него нахер кто-то залазит. Так, Димон, ты тут? Да. Вот, за Мистерены можно взять. Да нет, тихо. Давай, повороте, нормальный пацан? Нет. Посчитай мне ЕП, я ухожу. А сколько ЕП? Не знаю. А ты что, не уверен в себе? Я уже давно тут был, при чем тут это? Ну, ребята, ты уверен в себе? Я тоже здесь ни разу не был. Так что смотрите, вообще ничего не знаю. Бибоп, если мы убьем этим рейдом слезы, сколько ИП? НК. Олька? Один. А че так мало? 5 же было тогда. Первое убийство было уже. Старый, все равно упадете. Так таким рейдом, ты посмотри на рейд. Ладно, 1500 тогда. 5к? Нормальным рейдом убьем, да и все. Ну а сколько ты хочешь ИП? Каждый раз по 5к накидываешь. 10к хочу. Ладно. Я думаю, что 5к это справедливо. Скажи мне, заткнитесь. Все, тихо. Стой, Олег, сколько ИП? Можно даже 10к накинуть, но тут повороте, Селена, Кралька. Ну вот если мы вот этим рейдом убиваем, то 10к. Джупи-джупи тоже здесь. Давайте, 10, да, давай, 10к, если убьем таким. А давай, слышь, давай Селене повороте и им, типа, кого вы назвали, им 10к, типа, а нам по 2к начислишь. Нет, все, если мы убьем вот таким вот рейдом, то 10к ИП. Все да. Логично, все справедливо. Мы-то не первый раз убиваем, нам зачем 10к? Включай стрим. Я включил стрим, все охуенно. Че, передать привет? Вы хоть тактику расскажите. Сейчас я все расскажу. Ставь рыбу. Поставлю вот рыбу, этот стрим, конечно. Который там ссылка в РК, он не работает чуть. Если мы не убьем, то что будет? Что, сколько если нам ДП убьем, за это дадите? Столько же, сколько ЕП. Это самопожертва будет, еще минусной ЕП за ульду просто и все. Просто не будет ЕП. Все да? Верно. Блин, я не понимаю, вам трудно будет зайти в портал и отбежать от красной меточки? Смотри, это того стоит 10к. Повороте, Кралька и Селена, вы на солнце, ну при чем тут повороте? Повороте 10 раз тут был. Дело 2 мочи. Чем шо повороте? Повороте ровный, пацан. Че вы гоните? Повороте убил штурмобота на ачиву, ё-моё. Хорош повороте. Это мисклик был. Короче, так, ладно. Идите сюда, Кралька, Селена и остальные люди, кто не знает тактики. Кто знает, пожалуйста, останьтесь там. Войт, иди обратно туда. Я думал, ну а вдруг вы запустите, я буду хотя бы тут. Мы не должны запустить. Миллион раз было, в принципе. Да, и миллион раз проваливал ачиву, хорош. Я посмотрю видео. Вот так вот, все, на первой фазе вы стоите вот по вот этой стороне, вот так вот, по всему кружочку набираете рейндж. Дамажите босса под ростом. Появляются слезы, такие мобы, короче. А, кстати, Кралька, бомбу нельзя вешать после роста. Так, на всякий случай. Звездопад можно юзать? С пула можно, потом нельзя.
Вот, появляются звезды. Квадропедра будет подбивать звезды. От этих звезд он будет вешать кружок на звезду. От кружочка нужно отходить. Тут весь босс это движение, поняла? Или поняли? Во, нужно будет отходить, короче, от звезд, которые будут взрываться. Это первое. Второе, на земле такие красные лужи. Красные лужи будут. С них нужно будет выходить, как на Мимироне. Ты видел, на Мимироне сегодня были такие красные лучи? Так лужи или лучи? Ну это лучи, даже не, это и лужи, и лучи. Это двойное. Вот, с них нужно выходить. И третье, самое опасное, это суровый удар. А, появляются, короче, порталы после того, как звезды разрушаются. Когда босс кастует суровый удар, нам нужно будет зайти в дыру, в эту конченую. Зашли в дыру и побежали в то место, где нету черных дыр в реальности. Вот, это все. Это просто все, что нужно вам знать. Зайти в портал, убежать, отбежать от красной метки, отойти от звезды. Все. Это так трудно. Скажешь, когда зайти? Ну, когда я скажу все. Я буду. Вот я это не буду дамажить, я буду говорить больше, наверное. Как хилить там по очереди или как, хильте, ну, как все. Танков типа? Хильте все, всех хильте. Танки, вы знаете, что делать? А, кто танки? Поклонская, ты умеешь танчить? Нет. Это Поклонская сказал? Повтори, Поклонская. Нет, я мутно знаю, что делать. Блин, Поклонская, нет, ну паладином тут беда, ну, да. Иди отсюда. Сколько ЕП? Злой, заходи на... О, не, если ты его сейчас заменишь, то никаких 10к ЕП, дружище. Давай скажи быстренько, что все нормально сделать. Так. Он говорит, что он все нормально сделает. Давай, пуляй уже. Нет, стой. Стойте. Вы видели, я там написал, пускай люди, кто не был, посмотрят видео Вайда прошлой недели. Подожди. Сейчас смотрю. Подожди, этот, Александр, вы тут? Да, конечно. Расскажи тактику на протопала, я не особо хорошо знаю танком все. У нас Войт танчит и... А, Войт, ну а Войт, кто БДК? Два протопала Войт, или один? Джесс и Поклонский. Войт, то есть три танка. Поклонский. Да. Джесс да. Знает, может Джесс будет меняться, а Поклонский на созвездиях. Ну, Поклонский пускай созвездия относит и все. Не, отлично. У нас этот Этернити все знает, он обычно слезы танчил. А, ну что вы ему спарите? Лучше Поклонского спек ретрика Этернити в танках. У тебя есть там спек Этернити, нет? Протопаладина. Давай спекайся. Вот, спекайся, тогда ты на созвездиях будешь. Смотри, первое созвездие три штучки вылезет, ты как Войт, короче, одно созвездие в дыру заведешь, понял? Все остальные два на тебе, весь, короче, трай будут висеть. Потом после первого сурового удара закрываешь, чтобы созвездия пропали. Мы делаем это для того, чтобы, короче, по тебе урона меньше проходило, а трех больно много влетает по тебе. Для хилов, смотрите, вы когда в черные дыры заходите, вы заходите на середине каста, это только хилы. Весь остальной рейд секунду отчитываете про себя на суровом ударе и сразу заходите в черную дыру. Эти хилы вы заходите на середине каста, и при этом вы должны танков на фул захилить, чтобы их там не убило после сурового удара от созвездий. Теперь смотрите, Этернити, ты жмешь на 50% срез урона и злой, что ты там еще жал, какую вилку? Да просто БЗ отдаешь на первом времени, на первом суровом, на втором достаточно, зубы просто тебе дадут, прожмешь дефрейда и сальву. Все. Если сальва, символ ставлю на 20% снижения урона. В общем, смотри, там будет два суровых удара в любом случае. На первом суровом ударе, короче, на 50% срез главное нажми. Вот, там можешь клык нажать, еще что-то. А на втором суровом ударе на тебе сработает защитник. Клык не поможет. Это физический урон. Понял. Так, и это. И все, главное хилы захильте их на фул, прежде чем в порталы заходить. Только хилы заходят на середине коста. Так, далее, что там? Войт, Джесс. Войт, Джесс, вы меняетесь по 4 стака. Войт, ты заходишь в черную дыру. Джесс, ты остаешься. На тебе. Ты тоже, короче, юзаешь это на 50% срез урона. Вот, а Войт остаешься ты на второй суровый удар. Прижимаешь там незабываемость. А на первый не прыгнул. Джесс, да, на первом суровом ударе ты остаешься вместе с Этернити.
Да, мы когда танчили, там успевают стаки слететь, и в итоге протопал два суровых может спокойно пережить. Он даже три переживет, потому что еще ревностный есть. Можно даже ничего не жать. Да-да-да, если захилет хорошо. То есть ревностный — это второй план, если не прокатит, короче, хил-хил людей. Шипышки остаются? А у меня еще вопрос. С платформы упасть этой можно? Ой. Нет. Если подойдет. Уже сейчас не упадешь. Лучше не шипать. Еще скажу, что если вы там не успели зайти, можете точку прожать, вас не убьет. Это сурово. Ну, на первый суровый удар, короче, по-любому остается Дуду Типка, Жека и Dead Minded. Это на первый суровый удар. На второй суровый удар остаются Певчий, Квадропедра и Ёлка. Все остальные заходят. Селена, слышишь, ты заходишь. Во все суровые удары. На всех. У меня вопросы там... некоторые возникли. Какие? Вот у меня, например, вот суровый удар начинает ДПМ выкрикивать, сразу же, да, в портал прыгать и ждать, ничего там я... Нет, смотрите, начинается суровый удар, отсчитываете про себя секунду, и я говорю, заходит рейд. Потом на середине каста хилы вы там тоже, смотрите, можете на босса тыкнуть, на середине каста заходят хилы. Как только начинается суровый удар, секунду про себя отсчитываете и начинаете заходить. Подожди, то есть все РТД зайдут, мы с танками останемся, и на половине каста зайдем мы к вам. Лола, просто сразу заходи в портал, 2 секунды зачитывай и заходи. Mm-hmm. Просто перед тем, как зайдешь, кастани большую волну в танка, и все, mm-hmm. и заходи. От вас требуется на этом поясе ни ДПС, ни ХПС, чтобы вы просто не сдохли. Mm-hmm. О, как же трудно. И все. Так, крест обновите по шаманам. А еще пристам. Так, еще вопрос. Я видел видео, как Void вот эти вот, как они называются. Тебе ничего делать не нужно. Тебе просто стоять и бить босса без АУЕ, все. Хорошо, еще вопрос. Сейчас я придумаю, что спросить. Ты меня уже так на демут, короче. Да что ты пустишь? Так он сказал, придумает вопрос. Что такое придумай вопрос? Когда красненькая лужа будет, просто отбегай и все. Вот. Ребят, кто бафает эти кресты? Рися, бафи кресты. Милики, смотрите, если рядом с вами, рядом с боссом, вы бьете босса и рядом звезда, вы массой не бейте вообще. Бурю можете с панели вынести, воры там, рассекающий удар, вихрь. Потому что если вы звезду будете забирать, мы вайпнемся, точно смерть будет. Так, вайп смотри... это, короче... 1000 ГП моментально, и от Джерина еще 500. По 1500. Поклонский, смотри, по моей команде первый кидаешь каплю на Трисию. Этернити. Трисию зачем? Этернити твоя. Вторая капля будешь кидать на Лолу. Только по команде я скажу. Первая капля пошла Поклонский, и вторая Этернити. А у звезд какая атака? Милишная? У звезд нету атаки. Тайной магии. Да, магия без... Беда. Уж хотел пауку раздать. И все, мы готовы. Давайте чек на пауку. Иди, расходитесь в рейндж. В рейндж РДД, пожалуйста. Ооо. Так, Кралька и Селена, бегайте за мной, пожалуйста, сюда. Идите сюда и бегайте за мной. Я за вас ручаюсь. Подбивать сразу? Тоже могу. Звезды. Да или нет? Да. Нет, а можно что? Я подбивает? Подбивает квадропедра звезды. Он медленно подбивает. Надо... Ну, значит, мне Дуду поможет. Слышите, бейте босса все, мы с Дуду Типкой справимся вдвоем, он мне поможет. Хорошо. Так, еще раз чек, я прослакал. Так, Этернити релогается, давай, братишка. Да, рост, крикните. Рост, да, скажу, ладно. Горн, декадай. И а дисконнект или я завис? Так, ты мне уже не нравишься. Завис, давай сдрелогайся. Вот такая же была проблема, как-то в одного ФДК. Просто кикни, кикни и все, и забудь, издай мут. Ну ничего не надо, давай убьем, кикни, человек. Хорош, хорош, хорош! Подожди. Не, реально, лучше кикнуть. Так покикайте, дайте нам ЕП и мы пойдем. Нет, я хочу 10 КИП. Если кикать ни одного МакГрегора тогда. Я не буду никого кикать, я хочу 10 КИП.
Мы не убьем, успокойся. Хватит в облаках летать. У меня друг играет на офисе. Вы можете просто сосредоточиться глазками, не смотреть в потолок, не на кошку, которая у вас на клавиатуре лежит, а просто на босса смотрите, на то, что он кастует, и все. И заходить в дыры, когда я говорю. Вот. Нет, стойте, МакГрегор. Раз уже было сказано. Я захожу. Купить. Слушайте, ребят, почему? Извини, перебил, говори. Да говори. Давай, говори уже. Да забей, зайдешь после убийства уже. Нет, стой. Все, ты развис. Да, да. Почему мне пацаны в чате пишут, как надо бить, а не вы объясняете, кое, ребят. Ой, все, заткнитесь, пожалуйста, и слушайте, что говорю я или жмук. Все, что от вас требуется. Давай, Войд, начинай. Фу, да поможет нам великая сила. Отойдите сейчас к стенке, кроме танков. Отойдите к стенке прям подальше вообще. РДД, да, подальше отойдите. Грегор, отойди подальше. За костер туда, к Джису, видишь? Во, молодец. Ралли тоже лучше подальше отойди. Фласки пейте. Даже я выпил, боже мой. Зачем? Фу. Давайте рост. Протяжение всего трая, отходите от звезд. От кары и от звезд. Звезды помогут мне. И вам, Жек. Бу, не вешай больше. Кара, смотрите, одна секунда. Отходим, подальше, отходим подальше, отбегайте, подальше отбегайте от звезды. От кары от этой. Звезду ставь дальше. Я кружочек ставлю. Кружочки ставьте, звезду не сбивайте. Разбиваем, разбиваем. Захиливайте ряд, сейчас хлопнем. Две секунды. Одна секунда. Все, разбили. Не, пока не бейте, пока не бейте. Кару ждем. Бейте босса. От кары, это ж не милики, от кары. Кара, отбегаем подальше, ребят. После кары разобью. Захиливайте ряд, Аписа. Все, разбиваем. Вы захиливаете себя. Отошли, 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 отошли за звездой. Быстрее за звездой. Забирай. Танк забирай. Вот теперь разбиваем. Вот теперь разбиваем. Давайте быстрее. Захиливайте рейд. Одна секунда. Оверхил. Одну звезду закрыл, молодец. Все остальные на тебе. Кары, от кары, отошли. Кары подальше. Кары подальше. Теперь подходим к черным дырам. Никто не заходит. Слушайте внимательно. Подходим к черным дырам. Никто не заходит. Звезды, она Этернити. Вот теперь заходит. Все, заходим. Теперь все заходят. Заходим, заходим. И выбежали туда, где в реальности нету черных дыр. От мобов убегаем. Прожмите дефт. Сейчас будет кара. Сейчас будет кара. Отбежали, отбежали. Дефт, дадим на отхил. Отошли, отошли от красных меток, Лола, отохти. Ух. От кружка отошли? Надо кружочек слить. Отошли, милики, от кружочка. Повороте, отходи. Разбиваем, 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 разбираем. Лола, отойди, Лола, отойди. Беда. Хильси сама, хильси там. Так. Кара. После кара. Кара. 400. Сейчас заберу кара. Блядь. Захиливайте рейд. Захиливайте рейд. Разбиваем кружок. Разбивай кружок. Сейчас Лола опять дохнет. Кара, Ракшас. Лола, отходи от кары. Жадность фрая разгубила. Вот сейчас разбивали. Ага. Хиливай рейд. Псих, ну как? Все, бейте босса. Нормально. Подходите к черным дырам, пока никто не заходит. 10 секунд. Глазами ищем черную дыру. Будет кара, потом черная дыра. Сейчас сначала от кары отбежим. От кары отбежали подальше. И теперь заходим, заходим. Славян, знаете сам, я сдохну. Я делаю то, что должен. Бам. Вышли и босса добиваем. Просто босса бейте без масс. Без масс. Звезды помогут мне. А я сейчас разобью. Не успею. Шлет кушка. Разбивал, захиливать. А уже можно не бить его. Yes. Нет. Все отлично. От кары все равно отбегать. Кабите босс.
Хильти, хильти. Все, просто бейте босс. Успеем до кары. Баф умер. Ну, Селена баф, блин. Тебе добивай, ты босс, успеем. Так, я. Смотрите, когда разбили созвездие, Лола зашла в это созвездие и потом сдохла. Я не знаю, зачем она зашла. Баф, как сдох, я не видел. Случайно, я отбегала от красной фигни и ступила в черную. Да, ну, я видел, что ты делал, не буду просто говорить. А, то у Джерри он обрыгается, короче. Рольте щит. Я тоже все это видел, так что такое. Ну там как бы... Я не буду комментировать просто, зачем. Там как бы что комментировать, там написано «Кара просто небесная». Просто без комментариев. Там Кара её убила. Оставался холодным. Это походу Кара была, а не созвездие, чего там гоните. Да. Зачем ты рекшас рулишь? Фул хп до нуля. Ничего. Вот, я вижу все фреймы. 3 миллиона загубленных судеб. Неужели все они... А чё, дыры не закрывали, что ли? Много дыр было? Неужели все они... Все нормально было. Так что 10 кп? Ага. 20, блядь. 25, да. Да ну 10 хватит. Что это за штука? Код отклика? Уже ничто. Сколько ип там всего? Зачем выливаете?